Всем привет! Сегодня была в Фикспрайсе и купила вот такие заметочки и клячку. Клячка была вот такой, синий. И вот такие это запасные. Я не стала сразу брать и туда ложить такие, потому что хочется сначала одну использовать, а потом уже другие. Так вот, давайте попробуем на вот таких заметочках постирать, а потом на А4 мы постираем тоже. Я вот все разложила, открыла. В пачке 134 листа. И... 340 листов. И вот я достала немножко клячки. И будем мы проверять, как она будет стирать и придавать форму. Сама клячка чуть-чуть липкая. Но думаю, скоро это исправится. Я нарисовала. Здесь нарисовала. Давайте посмотрим, как клячка будет это стирать. Скажу вам, что эффекты есть, но не так сильно она стирает, зато не оставляет катышек. Видите? И давайте посмотрим, как она будет на А4. Так. С этим она справилась отлично. Теперь давайте попробуем сердечко. Как видите, сердечко стирается не очень, но все-таки эффект заметен. И давайте попробуем стереть надпись. Надпись стирает очень отлично. Оцениваю на 7 из 10.